Привет всем! Кушаем омега корм ростовой. Посмотрите, какая у него хорошая гранула. Комбикорм вообще без пыли. Итак, нам 23 дня. Вот один у меня такой цыпленок задохлик, самый маленький. Ну давайте взвесим. Допустим, вот этого. Пошли. Походи пока по полу. Садись. Итак, в 23 дня мы весим 1,535 кг. Пьем из непильных поилок. Но можно поменьше взвесить. Давай на весы, весы. 1,250 кг. Вот такие у нас результаты. По поводу падежа. Был один цыпленок, который визжал 3 дня. Просто ходил так. Пи-пи-пи-пи-пи. Один цыпленок умер от синдрома внезапной смерти. То есть абсолютно хороший, здоровый цыпленок. Весом 100 кг. Ходил, бегал, раз и умер.